В среду вечером внимание жителей домов по 5-й Калиновской улице привлек автомобиль, припаркованный неподалеку от детского сада номер 13. В машине находились двое – мужчина и женщина. Оба не подавали признаков жизни. Не дозвонившись в скорую и полицию, местные позвали на помощь сотрудников ГИБДД, проводивших неподалеку профилактический рейд. Выяснилось, что молодые люди 80-го и 88-го годов рождения живы и находятся в сильном наркотическом опьянении. Спустя полчаса после обращения на место прибыли полицейские. Медики приехали последними. Тут свободно прокомментируйте, пожалуйста, как полчаса можно не дозвониться до скорой, по какому телефону звонить? Может быть, городу надо объяснить, что у вас поменялся номер телефона? Давайте вы не будете разглагольствовать. А давайте вы будете оказывать первую... Это не ко мне вопрос. Кому тогда? Будьте любезны. Скажите, кому? Чтобы понять, как не сдохнуть в этом городе, когда 20 минут не снимают трубку. Звонить надо правильно.